рада вас приветствовать в Москве на очередном заседании московского формата консультаций по Афганистану. Придаем большое значение работе этого механизма, рассматриваем его в качестве одного из наиболее востребованных с точки зрения выработки общерегионального консенсуса, выработки единого понимания дальнейших путей развития ситуации в Афганистане и вокруг него. Главное и неоспоримое преимущество московского формата в том, что он объединяет Афганистан со всеми, без исключения, соседними странами, другими влиятельными государствами региона. Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз в мероприятии американских коллег. Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе России, США, Китай и Пакистан. Надеюсь, это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами. И, наверное, одна из причин – это состоявшаяся буквально на днях смена специального представителя Соединенных Штатов по Афганистану. И надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у Соединенных Штатов сохраняется. И новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата в контексте выполнения тех договоренностей, которые, я надеюсь, вы здесь сегодня достигнете. Я напомню, кстати, что московский формат зародился еще в 2017 году, и именно на площадке московского формата в ноябре 2018 впервые за одним столом переговоров встретились делегации движения талибов и республиканского лагеря в присутствии представителей 10 стран. Теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения. Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани, эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата. Однако задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны. Проявленная таким образом прозорливость послужила бы хорошим уроком тем, кто ради удовлетворения личных амбиций пожертвовал национальными интересами, буквально бросив свой народ на произвол судьбы. Это также предопределило бы вектор поступательного развития Афганистана с опорой на максимально широкие слои населения. Поддержка народных масс, разумеется, связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно об этом говорили с делегацией движения талибов только что перед открытием нашей встречи. Установившийся после 15 августа новый баланс сил в Афганистане, с одной стороны, не имеет альтернативы на обозримую перспективу, с другой стороны, отсутствие официального признания на международной арене, проблемы в социально-экономической и финансовой сферах, гуманитарные вызовы, с которыми столкнулись новые власти в Кабуле, свидетельствуют о том, что сложившееся в стране положение дел пока нельзя назвать стабильным. Этим, в свою очередь, стремятся воспользоваться многочисленные террористические группировки, в первую очередь Исламское государство и Аль-Каида, которые вновь пытаются поднимать голову, совершают дерзкие кровавые вылазки в самых разных частях страны. К сожалению, не теряет остроты и проблема наркопроизводства в Афганистане. Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующихся под миграционные потоки на территорию стран-соседей. В этом контексте, по понятным причинам, нас особо беспокоит центральноазиатское направление.
противодействие вышеназванным угрозам безопасности Афганистана и окружающего его региона, равно как и угрозам, которые проецируются на другие регионы мира, требует своевременного, адекватного ответа как внутри страны, так и со стороны внешних партнеров. Мы призываем движение талибов, и об этом только что говорили снова с уважаемой делегацией, строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, конечно, против непосредственных соседей Афганистана, стран Центральной Азии, наших друзей и союзников. В свою очередь, планируем задействовать имеющиеся у нас возможности, в том числе по линии Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, организации договора коллективной безопасности, других многосторонних структур. В прошлом месяце в Душанбе состоялись саммиты организации договора коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, а также состоялось специальное совместное заседание этих объединений на высшем уровне, специально посвященное ситуации в Афганистане. Эти мероприятия продемонстрировали созвучность подходов членов и ОДКБ, и ШОС к решению существующих проблем. Важно, что и в ШОС, и в ОДКБ есть специальный механизм, который был создан уже много лет назад, который посвящен взаимодействию с Афганистаном и поиском путей содействия стабилизации в этой стране. Мы удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле, как, собственно, и посольств других государств. Мы признательны афганской стороне за помощь в работе отечественных журналистов, что позволяет им объективно освещать внутриполитические события. Признательны также за оказанное содействие возвращению на родину россиян, которые оказались в Афганистане в период смены власти. Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию. Будем и далее выстраивать деловые отношения с Кабулом в целях решения насущных и неотложных вопросов двусторонней повестки дня. Развитие национального образования, здравоохранения, других социально значимых сфер, особенно в условиях резко ограниченных финансовых возможностей, безусловно, требует от формирующихся новых органов власти энергичных усилий и порой нестандартных решений. Сообщения об ухудшении условий жизни простых афганцев вызывают большую тревогу. Эксперты не исключают обострение гуманитарной обстановки, связанного с невозможностью значительной части афганского населения обеспечить себе полноценное пропитание. Рассчитываем, что представители афганской делегации сегодня поделятся информацией, что называется, из первых рук, о текущем положении в гуманитарной сфере. В свою очередь, мы убеждены, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества на оказание Кабулу действенной финансовой, экономической и гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков. Организованный 12 октября чрезвычайный саммит группы 20 по Афганистану продемонстрировал совпадение или близость позиций регионалов и ключевых внерегиональных игроков по этому вопросу. Ожидаем ответственного поведения по отношению к афганским гражданам, в первую очередь от тех стран Запада, чье 20-летнее присутствие в Афганистане привело к нынешней тяжелой ситуации в гуманитарной сфере и никоим образом не внесло вклад в укрепление промышленной и в целом экономической базы Афганистана. Причем весьма актуальным становится оказание Западом не только гуманитарной помощи в ее традиционном виде, но и содействие обеспечению выплат заработной платы таким социально значимым категориям населения Афганистана, как учителя, врачи и так далее. Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединенных Наций. Надеюсь, что обнародованный по итогам сегодняшнего заседания коллективный призыв
стран-участниц московского формата к руководству и всем членам ООН будет услышан, и в обозримой перспективе мы получим соответствующую позитивную реакцию. Со своей стороны в ближайшие дни планируем направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи. Благодарю вас за внимание и желаю вам плодотворной работы.